Ленинский и Московский районы города над Бугом приняли эстафету празднований ближе к вечеру. Концертные площадки на улице Смирнова и в парке воинов-интернационалистов стали эпицентром народных гуляний. Выступления лучших коллективов и солистов, ярмарки продажи, конкурсы и спортивные состязания. Программа торжеств была насыщена и разнообразна. Сегодня на этой сцене выступят лучшие коллективы нашего города, вокальный ансамбль «Красуни», солисты, лучшие исполнители нашего города. Состоится дискотека для всех. Различные развлекательные программы будут на площадках для детей, для взрослых. Ну и вы видите, широко представлена торговля. Белорусы помнят и чтят свои традиции. Празднование Дня Республики именно 3 июля имеет историческую основу. Много десятилетий назад за свободу нашей страны сражались миллионы людей. Сегодня каждый белорус понимает и осознает важность той великой победы. Поэтому приумножение богатства народа, укрепление культурных и духовных связей, а также сохранение суверенитета – задача каждого белоруса. Мы помним и чтим память о погибших на нашей земле, о тех, кто защищал нашу Родину, кто дал нам возможность праздновать сегодня и кто дал нам возможность жить, процветать и развиваться. Беларусь сегодня – это независимое суверенное государство с динамично развивающейся экономикой, богатой культурой и передовой наукой. Наша страна уверенно идет по своему избранному пути к заветной цели – укреплению процветающей и сильной республики – государству для народа.